Ну а те, кто хотел бы оставить свой след в искусстве, появляется реальный шанс. Как стало известно, несколько улиц в центре Твери будут перекрывать в конце ноября и в начале декабря для съемок художественного фильма. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации. Так, например, 26 ноября с 10 до 13.00 снова будут перекрывать движение на набережной от Трехсвятской до Свободного. 4 и 5 декабря съемки будут идти на набережной Степана Разина в районе Дукабе, от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина. Время перекрытия с 5 часов утра до 17.30. Как следует из распоряжения, перекрытие производится по обращению организации «Кинокомиссия Тверской области». Предположительно, речь идет о военной драме «Музыкант», для которой сейчас набирают в том числе и массовку.